Авторские эскизы обложек, титульные листы, разворотные иллюстрации, плакаты. Всего на выставке представлено более 300 работ Соломона Теллингатера. Имя, о котором рассказывает эта выставка, это выдающаяся фигура, художник-конструктивист XX века, который, может быть, не так известен пока широкой публике, но при этом нужно понимать, что это крупнейшая фигура XX века, человек, определивший вообще развитие книжного дизайна, книжной графики. Соломон Теллингатер был иллюстратором практически всех книг, издававшихся в Советском Союзе. Когда наши посетители проходят по выставке, они очень многое узнают, конечно, потому что это книги, которые стояли во многих советских семьях на книжных полках и на которых выросли целые поколения. И, конечно, уникальность фигуры этого человека была в том, что он считал, что оформление книги должно само за себя говорить про содержание этой книги, про мысли автора. Анимационные ролики, выполненные студентами Московского института бизнеса и дизайна, стали дополнительным элементом оформления выставки. Ну, для студентов это просто как минимум приятно, что твоя работа, когда ты еще не совсем профессионал и ты еще только учишься, твоя работа уже попадает в какие-то вот такие выставки, и люди могут на нее посмотреть. Тебе это приятно, и когда ты в следующий раз будешь делать какую-то работу, это, ну, вызывает некую мотивацию у тебя, что да, надо делать. Это первый за последние 50 лет большой ретроспективный показ работ известного графика. Мы приглашаем погрузиться в атмосферу этих удивительных лет 20-х, 30-х годов 20 века. Это, ну, собственно, такой старт и юность Теллингатера, бурные времена, в которые он с большим азартом влился и, собственно, стал одной из ярчайших фигур этого времени. Выставка в музее-заповеднике Горки Ленинские продлится до 3 декабря. Наталья Буслаева, Максим Константинов, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.